Итак, всем привет, продолжаем играть Секиро. Ну что, погнали сюда, посмотрим, что здесь, тщательно все сматриваем. Наверное... Тихо. Ну где ты там, дядя? Упал вниз, что ли? Отлично, раз, два, три. Не заметил, сколько за нее дали? Сколько за нее дали? Надо вверх сначала, да, лучше следовать. Наверное. Так, а там мы вроде били босс или нет, или не там. Да, по-моему, здесь, да, я бил? Или нет, подожди, не, не здесь. Нет, не тут. Теперь мы знаем, что их двое. Тут. Мы максимально по краю вот так вот пройдем, наверное. Либо по правой стороне максимально просто пройдем. Я понял, что это за место. Это там вот чувак с квестом был на карликов, да? А вон там вот это торговец сидит. Тут арена, короче, босс Гёбу этот был. Точно, точно. Так, можно спуститься с этажом ниже. Что это нам даст, пока что непонятно. Так, наверх залезть и запрыгнуть. Это что такое? Воздушный змей, что ли, на веревочке что-то? Я же думал, кто-то на шее. Блин, походу туда еще можно зап... Ох ты, ё-мо, привет. Пойдет сюда? А их двое-то? Как они меня видят? На самом верху сидят, да?
Ух ты, это что такое вот? Даже. Блин, а как мне... Они могут вообще сюда как-то... Так, ладно, мне оттуда, видимо, добраться надо как-то. Чистить собаки. Тут двое тоже, довольно много народу. Погоди, а я тут разве... Стоп, я тут разве не был? А, ну вот, это тоже место. Блин, да, нам туда не надо. Не надо, мы босса били. Надо по эту сторону надо. Блин, я думал, что здесь можно вот с этой запрыгнуть, но нельзя тут запрыгнуть. К сожалению. Блин, да тут не так много места на самом деле. Я-то думал, тут много места. Нет, немного. Ох ты, это кто? Ты какой-то человек? Похож на торговца, но... Блин, что он тут ходит? Туда-сюда. Ух, нифига там народу-то. Посмотрим, что за торговец это все-таки. Но この城の侍じゃないみたいだな。忍び。それもかなりの手だれだ。 И притом опытный. Ну давай, ладно. やっぱりか. Я так думал. ともあれ助かったよ. ちと下手こいちまってな.侍どもにしつこく追われて参ってたんだが、旦那がみんな黙らせてくれた. これは その礼さ. Ага, нам что-то дадут. Записка про сигналы дыма. Записка дымовых сигналов полуночников синоби клана Асина. Под крышами замка Асина клубятся бледно-розовые столбы дыма. Это сигналы, на которые ориентируются полуночники. А, это вот эти вот сверху, которые, да?
перьях, типа, наверное, полуночники. Несвоенные кланы с серыми перьями могут идти по такому следу. Ага, понятно. А знаете ли... Так, окей, подожди. Айникто, абнай башо дева акина, иночи атте но нанто яра да. Энга ареба, мата доко ка де ао. А как его зовут? Данна, нанто юаре темо, абнай башо дева акина, энга ареба, мата доко ка де ао зе. В опасных местах, то есть мы еще увидимся, да? Где-то. Ладно, блин, я что думал, торговец очередной. Так. Блин, ну так тогда получается не так много места. Я-то думал, тут довольно большая локация будет. Нет. Нет. Блин, ну смотри сюда. Я же перекаты выучил. Нет, подожди, а что произошло такое? А, на Q надо нажать. Ой, да. Все? Кого там кидаешь? Иди отсюда. Чего не поворачивается? Ну-ка отвернись. Вернись давай. Что за... А, то есть здесь вот можно было пройти вообще вот так вот даже. Блин, я перепрыгивал, что-то тут выдумывал. Кажется, так все просто. Там я был везде, да, получается. Так, ну видимо по крышам надо пробежать. Видимо по крышам. О! Привет. В чем тут один был? Крыска. Крыска местная. Так. Ну что, получается, все тут, да?
А вот дым, наверное, вот это, да, получается. Так, вот дым. Вон там дым. Ну что-то пропустил, на самом деле, вот здесь вот. Запросто может что-нибудь лежать. Нам на ту сторону надо, я так понимаю, вообще наверх на сам. Возможно. Да, вон там лут какой-то лежит. А да камни одни, блин. Так и не заметил, кстати, это лут. Тебе вопрос, да, такой? Ё-моё. Почему здесь нет этого? Как хотел сказать, не работает почему-то. Заработало. Блин, а как я тоже должен туда перепрыгнуть? Мне это интересно. Отлично, просто упал. И при том, что это смерть. Блин, все заново. У меня мало хп было. Блин, как так мало? У меня же фул хп вроде бы, разве нет? Ладно, сейчас быстро пробежим наверх. Да, я все потерял. О, вот это печально самое. И опыт, и... Ну ладно. Гад, сильно бьет на самом деле. Прыгать он что не собирается. Погоди, а где я видел эту? Где-то здесь есть видео типа этого, не тоже? Задом-то он стоял. Чё-то не понял, где? И вопрос, как перепрыгнуть на ту сторону? А,
А, водишь, где придет. Бежали. Там, в принципе, не будем бить. Ё-моё, это что такое было? Это что за звук был? Это босс какой-то, что ли? Да нет, вроде. Жесть, напугал-то. Так завалить, значит что-то это как-то странно. Напугал так это, конечно. Так, а тут нельзя никак дверь открыть. Вроде не похоже на какие-то иллюзорные стены. Теперь мы знаем, это вопль их, да? Лыжака или что-то типа такого. Был. Может, обрезать можно? Так, там еще один сидит. А, тут ходит. Там живой вот сидит, да? Да. Что, думаю, снизу есть что или нет? Интересно. По идее, наверх вот туда надо заскочить, ну ладно. Так, не шлепнуться вниз бы. Я так и не помню, сколько у нас теперь воскрешений. Два осталось или три? То есть нам, по идее, дали ведь какое-то целое воскрешение, или нам просто остановили его, или что? Не понимаю. Ё-моё! Так, один сиганул вниз. Куда ты? Чего вниз-то мне сиганул? Так, подожди. Я теперь наверх опять не поднимусь, да?
на это. Опять не поднимусь налево. Так. Ходить на все здесь. Так, наверх никак бы выше не подняться. Где он тут? Они вроде не сложные, но... Так вот обходить тут. Так, это получается мы убили. Слепые, что ли? Что-то не понимаю. Так, уменьшает урон по нам. Уж двое было. Блин, да что они все в эту сторону-то повернуты? Блин, куда прыгнул-то? Подожди, где я вообще? Блин. Есть хилки? Так, дрожжи. Хотя у меня дрожжи вроде мало, да? Но кроме дрожжей, собственно, ничего больше и нету. Да, упал, где я? Блин, что не подсказывает? Здесь есть этот сценарий зоны. Нет? Тихо, назад. Да, понятно, наверх можно, но... Хотя каменная стена, это не эгоистично было бы, да. Все-таки нету.
Ух ты! А тут как бы можно плавать. Нифига себе, подожди, хотя как тут? Подожди, тут можно плавать. Тут не вряд ли утону я. Это интересно. Он взорвался? Да ладно, что произошло? Он сам себя взорвал. А зачем? Прикольно. Там где-то еще должен быть. Не взрывается еще у нас. Так, тут опять водичка. По-моему, наверху должен быть еще один. Опять. О, как, вот он. Все теперь-то? А, погоди, туда нужно как-то попасть, это, наверное. Погоди, а как туда по... Ведь не в обход же, наверняка, не в обход. Ну-ка, давай-ка пройдемся тут. Тоже вряд ли, наверное. Как-то не разобьюсь, сука, думаю. Могу, кстати. Запросто. Блин, а мне казалось, тут как бы... У нас нельзя подняться вот. Блин, неужели прыгать вниз в воду надо? Да ладно. Я думал как-то сверху на балкон какой-то запрыгнуть. Подожди-ка. Вон же туда, можешь залезть как-то. Где как-то залезть? Да, ё-моё! Тут я упал, конечно. То туда не могу. Подожди, стой. А с этой стороны я могу обойти? Никак, да?
Да, вот это интересно, конечно. Походу в воду себе мыть надо. В яд, ну там, скорее всего, яд реально. Блин. Может, она какая-то зеленая? Блин, что такое было? Это кто-то упал вниз, да, сейчас? Что-то тельце. Так, а там у нас ничего нету. Угу. А, вот, ты смотри-ка, в окно можно. Так, сундук какой-то. Видимо, четкий ночью. Семечка тыквы. Так, отлично. Семечка тыквы. Ну ладно, раз такое дело, надо пыжнуться. Семечка дать. Отражение молнии. Молния поражает тех, кто стоит на земле. Блин, что так быстро? Так, куда идти? Тыква. О, Камидоно. Да. Кацте Ашина ни, соно токи ва, наус кото га канавазу. Со. Вагаши, доген но... Она говорит, что вроде как надо вылечить. Дева. Мата. Вроде как надо вылечить все. Так, да посмотрим, есть ли у нас что-то тут. Вот здесь. Хватает ли на что-то. Так. А, ну в принципе нифига не хватает, да. Железо понадобится, так что лучше не транжирить. Угу, понятно. Понятно. Так, тут больше ничего нету. О! Да, привет. О! Ано-токи-но данна жанэ-ка! Ашина-но-широ-де-ва сева-ни-натта-на. Оре-ва коко-де-шибараку-исоу-ро-са. Ши-данна-ни-нара акинай-мо-сыр-зы. Да, готов иметь вами дело. Дудай! Так, поговорить. Джохо-игай-но-шина-но-ко... Мукаши-но-тексе-де-на. Цы-я-цмет-чима-но-са. Кьё-кьё-га-ия-ни-натте. 一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ、パクディだからそれ三つ。え、当時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 
подожди, нет, у меня нет денег, пусть не хватает. Нет, это как бы заметка Сибимару. Трехэтажная пагода. Семечка тыквы 2000 стоит. Это надо. Даже 8 штук. Семечка тыквы, короче, 2000 нам надо. Джана, данна. Хотя мне кажется, знаете, что я никогда не накоплю на 2000. Хотя, с другой стороны, накоплю. Или нет? Может просто кошельки сам взломать пока. С другой стороны, вдруг пригодится потом. Проще сходить пофармить, один фиг опыт пофармить заодно, да? Не, давай лучше так. Лучше так. Так, 2000 это получается 16, да? Йодан, мат. Семечка. Так, а что за заметка-то? Трехэтажная пагода. Заметка. Купить. Так, кошельки даже. Ладно, пять чудес. Джана, данна. О, деньги. Так, блин, ну сколько у нас получается эстусов тоже? Ока. 5 или 6?
では。5-6Так, что ты хотел? А, перенестись. Просто перенестись. Блин, теперь вспомните этот. А почему показывает окраины Асины? Почему показывает? Я же не здесь был. Погоди, не здесь. Башня, вот, у башни. Был башню. По-моему, все мы, да, если... То есть нам вниз можно в воду еще прыгнуть. Мне кажется, мы и так обойдем, наверное, скорее всего. Скорее всего, так же. Так, за бок. Кто-то топает. Опаньки, привет. Ну куда он пойдет? Он выглядит как будто какой-то человек. Блин, 79 опыта довольно. А сколько, кстати, нам на опыта до уровня? Уже почти 2000, да, в сумме? В сумме почти 2000. Тихо. Ничего нету случайно. Так-то вряд ли, конечно. Не только. Какая-то бабулька ходит, походу. Давай, иди сюда уже. Странные люди, то есть пойны непонятных, кто это. Блин, бабулька вроде. А, я думал, тут спуск, блин. Это лифт какой-то, да? Да нет, вроде. Хотя, похоже, как будто бы спуститься можно. Как он услышал? Как он услышал? Да,
железо. Побежать-то. Заблудился. Иди отсюда. О, туда запрыгнуть надо. Так, нет. Сейчас вернется. Вообще нам отсюда надо было, возможно, по стросу туда можно пройти, все очевидно, да? Опа. Нифига там народу. Какой этот мужик делся? Кто здесь был? Там остался, что ли? Похоже, там, да, остался. Ну и как я должен? Куда ты делся опять? Все? Почему задом идет? Ты заколебал. Снизу кричит, что ли? Вот как я должен ну, подойти, человек?
меня как бы не бьет хоть. Да, жесткий же тип на самом деле. Чуть убьешь. Так, ладно. Я слышал, кто-то пыхтит, но... А, с этой стороны открыть, окей. Где-то. Вот как вот это у меня шлепнуть? Интересно, бабуля, это не чужой. Так, где тип-то? Блин, что за привычка? Почему они... Почему все так встают? Так, галлею, окей. Блин, так... Это типа секрет, что... А, нет, не секрет. Тут база. Почему не получает? Может, он просто стукает, но не этот. Урон не получает. Так, не хочу проверять. О! Да ладно, стих падает божественно Константин. Вот это уже интересно. Так, стих падает. Конфетти. Так, погоди-ка. Точно нет никаких стен? Так, еще раз. Тут мы везде были. Угу. Либо наверх, либо понизу. О, воспоминания какие-то.
Гукан, еще концентрация, да? Так, отлично. Садимся. В принципе, можно, наверное, это отдохнуть все-таки. 6 у нас баночек. Так. Похоже на. Так, это. Ну это не босс. Хотел сказать боена с боссом, может быть, но что-то как-то маленькое. Так, воспоминания. Эмадо. Госпожа Эмма, скажите, что с этим человеком? Воды молодости. Вы хотите сказать, что это секретное оружие? Да. Те, кто выпьет эту воду, не могут полностью умереть, точнее, они вообще не могут умереть. Какой-то бессмертный босс нас ждет опять. Тоже происходит открытый дракон, да? Да. Госпожа Эмма, я не верю, что кровь дракона священна, совсем не верю. Так. Блин, то есть нам можно сюда пойти? Блин, это босс, да ладно. Ну, серьезно. Вот выйди, сейчас мы сделаем. Ё-моё. Офигеть, не хочу на это. Блин, я почему-то думал, что это обычный, блин, а это босс, ещё выйти никуда нельзя. Не, конечно, классно, но мы сходим, мне надо потратить. Так, у нас есть левел, у нас есть левел. Значение навыков. Что-то я там хотел качать. А, вот это, третий уровень нам нужен, да? Угу. Да, вот скольжение выучили. Так. Хотел идти по этой ветке, да. То есть вот это учить, потом посмотрим, что там. Блин, интересно, можно сбросить таланты или нет? Так, где этот тип? Что там у тебя продается? Йо-дана! Что, деньги накопились опять? Так, дрожжи на самом деле, может быть, купить, хотя... Косылька. А продать, блин. Джанадан. В принципе, можно идти. Так, переместиться. Блин, сейчас помню, где я был. Тут, да? Просто хочу сейчас зачистить все, прежде чем на босса идти, потому что, может быть, это надолго. Все, может быть, это надолго затянется. Фиг знает. Тем более замкнутое пространство. Ты, конечно, вот эта атака спамит, да и все, наверное, как обычно, но... Так, хилок у нас много, поэтому это нам не пригодится. Кстати, копье у нас есть, да. Блин, а по стелсу никак и тут получается не пройти, да? Так, подожди, сначала тогда пойдем вниз, то есть наверху босс. У нас проход. Ё-моё. Ё-моё.
я могу это. Понятно, короче, где там? Совсем я забыл, что мобы тут есть. Снизу-то совсем забыл про них. Совсем про них забыл. Ну, в любом случае надо убивать. Хотя можно... Санс. Так, тут будет тупик. Хотя, подожди, стоп. Не, показалось, на две похоже. Ну это точно не арена с боссом. Наверное. Не похоже. Даже. Опаньки, это что такое? Печень Г. Чудодейственное средство от молний возложено на алтарь клана Асина. Видимо, какое-то молния, короче, будет фигачная. Да? Значительно снижает урон от удара молнии и статуса шок молния, гнев божественных драконов. Угри, хоть и малы, приходятся им родственниками. А даже божественный гнев возможно подавить. Хотя, скорее всего, и ненадолго. Сопротивление, короче, молнии. Угри, печень угри. Так. А, там выход, все правильно. Так, стоп, тут вроде проход есть. Да. Выход. Ой! Да ладно. Погоди, стоп, а ниже этажа мне нельзя было так сломать? Вроде нет. Ясно. Показалось, что здесь тоже такие же стены. Ну, не такие же.
А, вот, я, кстати, дымок этот опять. То есть, возможно, отсюда смогу спрыгнуть. Может, туда, куда я хотел до этого. Письмо истина какого-то. А, истина это вот господин местный, злодей, по-моему. Записка на истинном сторожевой башне. Возможно, Эмма знает, где он находится сейчас. Дорогая Эмма, у ворот замка Асина что-то ошумеют крысы. Тенгу с ним разберется. Не беспокойся, Исина. Так. Ага, тут тоже. Ну так один тот же проход, скорее всего. Можно вокруг просто. А, или ну почти вокруг. Да, вот я сюда же выхожу. Получается. Тихо. Да ебать. Да, это вот, то есть я вот там вот хотел забраться. И на ту сторону не мог перепрыгнуть. Да, все правильно. То есть, по идее. Я могу туда теперь прийти. Но надо ли мне это? Пойдем сходим, тут просто не было. Так, там везде был болоте, его там еще не было. Че. О, капут. Кошелек. Отлично. Кто свистнул? Как будто меня засекли, но вроде не должны были. А, тут еще тоже проход есть. По идее, их босс должен быть какой-то, нет? Еще. Добавок к этому всему. Сейчас все смотрим. Со стороны окна. Друзья, может сломать окно можно? Ой, ты что произошло? Блин. Оджи-сама-но гоёсу ва доу? Как господин Исин? А, он болеет, точно. Это тип. Это тип, который нам руку отрубил. Как его зовут? Иночи ва тамотте орареру но га фусиги на ходо десу. Чудо, что он ещё живой, как, да? Вот так. Это Эмма, да? Микоё, моу ичидо ю. Божественный наследник, не успел. Фуши но чигири о оре то мусубе. Свяжи меня, клятой бессмертия. Декимасену, Генитиро дано. Генитиро, вот. Генитиро. Не могу это сделать. Татое хитотаби ябуреру тому. То, что кто-то... Иночи о тоши. Арджи о канаразу торимодосу. Соре га... Вага шиноби нареба. Да ты серьезно? Он еще сюда прыгнул прямо. Омыкай ни санжоу итошимашто. Только не видишь, что мы себе сражаться с ним опять будем. Има шибарак. Блин, откуда я знал, что... Омачи кудасай. Серьезно? Какой-то, короче. Так, ладно, отлично, наруходо на. Блин. Кисама о корошкирану кагири.
Рю Ин у вага тени не может стать моей, да, пока он жив. То есть он должен нас убить. Ну блин, опять битва. Я могу уйти отсюда куда-нибудь? Майр. Могу. Синовью. Могу. А как не могу-то? Ну что делать? Это так не работает, блин, это какой счет? Ты что умираешь? Как я должен выиграть всего? Давай биться, ладно. Дамажу не могу. Да ё-моё, серьёзно? Да блин, он звуком мне принесли. Он просто стреляет по мне из звука. Как я должен победить его? Ты чё? Да пипец какой-то. Да пипец какой-то. Как я должен... Не, может, шанс. Нараба ик таби демо коросу маде. Понять-то вообще изи как бы. Блин, да почему спиной-то стоишь? Господи. Блин, ну надо было контратаку делать. Да как так-то? Блин, не хватит. Yeah.
Ладно. Блин, ну что за идиотизм? Жизнь нельзя было показать сначала, что там босс, как бы, и чтобы я прыгнул, что на окне видел и как. То есть я просто запрыгнул на этаж и, блин, босс, ну серьезно, блин. Я от того босса убежал, очевидно, что не хочу сражаться с боссом. Что за... Ай, блин, идиотизм полнейший. Господи, сдохните, тварь, кто делает эту еду, вот реально. Вот как теперь вспомнить, куда я шел? Побежали бегом, что делать-то? Как я должен вспомнить теперь? Где вот я видел окно? С этой стороны вот, да? Или ниже? А, нет, вот. Пойдем. Ну, все, теперь не запрыгнуть. А, нет, можно. Надо другое окно, это не то эти окно. А, это с другой стороны я зашел, замечательно. Офигеть, это у меня атака, конечно. Это у него, конечно, атака. Просто не сложно. Да блин, ну как? Ай, жесть какая. Не, давай встань. Офигеть! Прикольно, конечно. Блин, это кажется, к боссу один... Короче, пойдем на этого босса сразу. Это один тот же босс с двух сторон просто. Блин, как же бесит, когда просто нельзя убежать. Почему нельзя было выпрыгнуть? Лучше бы я... Короче, ладно, пойдем. Все равно ничего же тут у нас. Так, давай посмотрим. Топор нам не нужен.
Огонь не нужен, петарды. Ну, кстати, может петарды? Сюрикен. Хотя, подожди, давай сюрикен попробуем. Почему? Хотя, наверное, все-таки лучше этот. А, конечно. Да блин, ты заколебал! А, все, кончилось. Да блин, ну что с атаки-то такие? А у меня через этот, через щит пробивает, что ли? Он мне через блок пробил. Подожди, у меня фул хп же было. Ну-ка. Да, лол, ему кофе пошел. Он, короче, через этот... Что за атаки? То есть я не могу блочить атаки его, это жесть какая. Да ё-моё, какая... Так, прекрати ты. Блин, короче, я понял, как его убить. О, бред какой-то полный, но его очень легко убить просто этой атакой. Налево, наверное, да? Лучше. Направо он, по-моему, достает. Сейчас, короче, копьем просто фигачим. Очарованный красивой мелодии. А, ну понял, кто это. Так, лекарь, это... Лекарь, два лекаря? Что за лекарь? Подожди. Двое работных ученых. Я даже не знаю, кто это, блин. Тюремный торговец. Похоже на кусок. Похоже, которые часто видят, как живые. Короче, это, видимо, чувак, который попросил кого-то там принести, притащить какого-то другого человека, что ли. Так, ну то ладно, не важно, на самом деле. Так, короче, копьем надо бить, вот и все. Просто бить копьем. Не париться. Нет, этот копье вставлен-то. Чем дальше, тем лучше. Да ё-моё. Одним копьем только запинаю.
Вот и все. Вот и финал так сделан. Так, четки. В принципе, одни четки можем купить вот у торговца. Не помню, сколько стоит для них. Так, еще одна печенька. Это, короче, от молнии. В землях Асин некогда блуждали призраки. Они метали молнии, которые нельзя было отразить. Старайся не касаться ногами земли и отражай молнии. О, какие-то призраки, короче. Отражение молнии. Если молния ударяет человека, когда тот стоит на земле, удар обездвиживает его. Однако, если он в это время находится в воздухе, энергию молнии возможно задержать и выпустить в противника. А, вот, то есть перед приземлением отразить молнию. То есть перед приземлением нужно удар нажать. Так. Ну, босс на самом деле простой. Я боюсь, что то же самое можно проделать и с другим боссом. Сколько у нас осталось на деньги? А, погоди, стоп. Надо же отдохнуть. Хотя я ничего не потратил, одну хилку только, да? Так, бусинка, это ладно. Так, бусинка, конечно, это хорошо. Так, то есть, а второй-то проход где был? Вот здесь вроде, да? По идее, я могу на самый вверх забраться. А, погоди, стоп, если я на самый вверх заберусь, я опять босс сейчас будет. Не надо, подожди. А, так подожди, так это то же самое место есть. По-моему, да. Это просто другой путь, наверное, скорее всего. То есть я в любом случае к тому боссу попаду, мне так кажется. Вот этот подъем, это туда и есть, наверное. А, тут закрыто. Подожди, стоп, тут закрыто. Блин, я не хочу на босса идти. Пока что. Пойдем вниз прыгнем. Не знаю, сдохнем, не сдохнем в эту воду. Там вода внизу просто есть. Так, ё-моё, он что, атакует нас? Они какие-то другие. Блин. Что-то какие-то другие были. А у этого, подожди, стоп, почему у этого? Не бригадно пульнуть отсюда. Они атаковали меня или пытались атаковать их меня. Тихо. Слушать можно. Да, туда, зачем нравится? Зачем нравится туда? Так. А, погоди, я разве не послушал? Соль говорю, достаточно. Да, господин, конечно, не сходит ее на готовку. Ветерам ран сегодня? Что, блин? Значит, учитывая, сколько сейчас потерь, запасов достаточно, да? Нет, тут точно не было. Понятно, значит, да-да. Как-то раздобыть соль. Почему это было? Не, ну конечно, тут копье просто имба какая-то.
О, есть. Шахта сухо, понятно. Так, ну ладно, давай сюда сначала. Опять со стороны не открыть. Это вообще где? Где я тут был или... Нет, там костер. Так, это обычный. Так, отлично. Там босс наверху. Я что-то пока не хочу на него идти. Сейчас убираю. Этого бы застанет, конечно. Ну ладно, сейчас мы... сделаем это, наверное. А, так это есть место, блин. Давай, кто кого копейщик. Ох ты, гад, я просто не мог бить так. То есть я босса так убивал. Да ты издеваешься, что он скидывает? Почему зацепиться не могу? Блин, ну я тут не был. Я тут не был. Отдохнуть. Сейчас убью. Копейщика надо, конечно, парировать. Тяжелый кошелек, ну то понятно. Леденец Гопкана. Так, туда вот понятно идти надо. Тут что у нас? Кладбище какое-то, но вот никого нет. У тебя должны быть, наверное, эти рискающие. Да, казалось, не сможет поспрыгнуть. Рискающие вечные эти мелкие-то. Опять капля. Блин, вот как она работает? То есть мы можем вот уже сколько раз можем исцелить, полностью исцелить. Но я думаю, стоит ли это делать или нет. Мне кажется, я пока не понимаю, как это работает. То есть, что, ну тут, да, у меня будет шанс, больше шанс, что я сохраню свои это, ну, ресурсы, да, когда умру. Но с другой стороны, я лучше я буду... туда, кстати, по-моему, пройти можно. Нет? Такое чувство, как будто тут можно пробить и... Странно.
Ладно, давай тут осмотримся. Блин, мне кажется, тут тупик. Так, это стелс. Ё-моё, там опять пушечник. Он как мне по мне попал? Как он по мне не попал? Так, ладно, пойдем сюда сначала. Ладно, окей, я понял. Пойдем сначала сюда. Так, лучше вон шотнуть вон того. Он выглядит обычно. Сейчас пойди-ка приду опять к какому-то боссу. Зимняя локация. Так. Ага, вот это мне нравится. Кто это? Их несколько. Кто это был? У них хп немного, кстати. И они убежали? Это не люди. Ё-моё, это кто? Это обезьяны? Офигеть, блин. Так, погоди, каталка с обезьянами. Не, пойдем все-таки назад, что-то я не понял. Это обезьяны, что ли, реально? Так, подожди, так, локация с обезьяной. Значит, через мост, окей. Блин, это странно, ладно, это вообще что-то новое. Тут даже не люди, а обезьяны. Блин, туда не смогу перепрыгнуть, да, наверное? Так, значит, наверху у нас босс. По идее, бы нас сходить убить его, но... Ладно, сначала сюда сходим. Осторожно, тут у нас стреляющик. Дядька стреляющий. Онуши, лапамоно он меня катака. Коно атари не нигете кита хазу на ножа. Мелкая гаденыш, они наверное мелких этих учат, боишься. Крои касажа, крогаса на котокоча. だがこの辺りを通ったものはおらぬがな。タヌキかあるいは無事なか何かと見間違えたんじゃねえのかい。もう良いわ。さあ、もう一発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 、もう
Ё-моё. Ты издеваешься. Ё-моё. Так, там кто-то стреляет опять из пушки, что ли?
Блин, не то выбрал. А, так он сдохнет. Да. Вообще хп мало. Так, погоди, давай сначала посмотрим. Тут как будто кто-то стрелял опять, нет? Да, там вон на вышке с дядькой с пушкой стоит. Ой, опять. А, вон вышка. Да блин! Это понятно. Так, это что? Это там походу сейф. Это мне, да, получается? В той стороне. Получается, не был. А, вот. Так, черный порох. По-моему, это что-то другое, нет? Мне кажется, у нас ее она первый раз. Нет, 5 штук уже. А, погоди, стоп, да тут не перепрыгнуть. Блин. Как-то надо вот. Или погоди, стоп. Не, был тут. Мы, по-моему, тут поднимались от змеи, нет разве? Или все-таки нет? Блин, только что я видел что-то. Будто можно было вам туда. Даже не заметил это сначала. Так, теперь нам надо выпрыгнуть и посмотреть оттуда все. Там я был, туда пришел, туда не пройти. А, так собственно тут конец. Подожди, стоп. Тут некуда больше идти. Я, конечно, могу вот так пролезть, но смысл? Блин, подожди. Нифига сюда шел, просто чтобы убить этих... Да? Сюда же не перепрыгнут никак. Хотя если разбежаться, может быть и можно. Не сомневаюсь. Надо как-то либо через низ, либо наоборот через, через вверх бушку. А, погоди, так о, это мы там были, это самое начало игры. Да, все правильно. Я-то думал, что это мы просто снизу будем подниматься. Вот я же, это мост, то есть мы с другой стороны начала игры, по сути.
Вон там он был в очередной с красными глазами, этот великан, который рестлинг, прям рестлинг одел. Он был по ту сторону этой штуки, вон там окно. Мы перепрыгивали на ту сторону. Потом я вниз, я еще потом не видел вот этот путь вниз, не видел. Долго времени не знал, куда идти, а как туда можно было прийти, вот этот костер, точно. Все, я понял, нам туда не надо. О, вот. Блин. Кто запрыгнул? Ё-моё. Ай, начинается. Блин, как-то запрыгнуть. Так, ладно, нашел. Там кто-то, кстати, сидит вроде. Дойдем. Опаньки. Вы живы? Нет? Так, это не враждебный. Да, раздраженно говорит, вы же этим болваном отстаньте. Подожди. Сколько ты? А, так они его искали. Мендоксы. У меня вот так оно щука. Что? Ты не из них? Нет? Не из них, разумеется. Хотя видно, что нет. Да гадуя, да. Улева крокоса на мужчина. Меня зовут Басук, черная шляпа. Умева? Смотрю, ты парень общительный. Какой вот сперва эти осветы теперь вот синоби с кислорозой. Снаружи вообще что знаешь о твоих. Ну, неплохой чувак, наверное. Прямо не день, а загляденье. Ты из бродящих синоби? Кстати, я тут изрядно придержался. Товар есть, а подавать? А, у него товар есть. Омеемите на яцу. Давай посмотрим, что... Я думаю, противовоздушный удар. А, теперь вам открыто соответствующее боевое искусство. Прием полезных взлетай навстречу противнику, открывшемуся во время прыжка и срази его на пола, прежде чем ты приземлись. Подожди, а где нам поможет это? Пока не знаю где. Хотя, вот с госпожей бабочкой интересно было посмотреть, да? Она взлетает, типа ты в нее. Типа рывок какой-то, наверное. Так, это у нас такая штука есть. Две даже. А, одна. Две продаются. Так, леденец, як шарик какой-то. В половину снижает максимальный запас жизни, концентрации, но при этом сильно повышает урон вражеской жизни. Ох ты, вот это интересно. То есть наш ХП... Это, короче, копье. Это копье мы очень быстро будем убивать, походу. Мне кажется, наверное, да? Ну, если что... Потому что, ну, как бы, как вот показал предыдущий босс, копье можно вообще урон не получить, просто бить. Блин, может стоит копье тогда качнуть? Ой. Так. Значит, хп мало будет и концентрации, но при этом... То есть никто не должен получать урон, да? Но при этом дамага много. Интересно, 3 штуки все продается. Так, 1600 нам надо, я думаю, знаю, сколько стоит купить. Установить протез. Опытные воины могут отражать такие мувины, стрелы, даже пули. Блин, вот это, кстати, полезная штука купить. Очень полезно, мне кажется. Пули, стрелы, как бы... Так, 1600 вот, да, насколько я помню. Так, у нас 300. То есть два таких. И... Три таких.
Цыгма. Ты хочу выучить. Кону ацуита незуми ой батта-батта то киримакру оккане джи-джи га ирундазе. А, я знаю этого старика, как я знаю? Знаю. Тенгу но менка. О, омену митанока. Ну да. О, ханаште. Да ты полностью понимаешь, удивительно, что он не срубил тебе голову. В смысле не срубил? Хе, оме... この足なの城にはな、そういったネズミをよ、バッタバッタと。スムスで、私ネズミ。知らぬ。そうかい。鬼行部とかいうやつがいた。その傍ら、蛇だに多分。私のピメスクダブル、私のピメスクダブル、私のピメスクダブル、私のピメスクダブル、私のピメスクダブル、ネズミとムジナの区別がつくか。ふん、こいつば。Блин, почему? Йок. Зенига кик. Так. Блин, можно, конечно, его надо убить и что-то меня получить. Мне, по идее, ничего больше не надо, но... Ладно, так уж и быть, не будем убивать. Тут даже ничего нету больше, да? Блин, как-то запрыгнуть, там же... Блин, а... Блин, как я запрыгнул? Или я... Подожди, я запрыгнул наверх? Иди, да... А с другой стороны, зачем мне свой наверх? А, вот так вот залезть. Так, ну вроде как мы там все зачистили, получается, так ведь? Так. Отлично. То есть либо босса бить, либо... Ну, надо прежде, конечно, левел добить. Надо левел добить, прежде чем босса бить. Так, там обезьяны, блин. Блин, сколько за обезьян дают? Ну-ка пойдем. Так, или не тут обезьяны. Не, подожди, не тут обезьяны. Просто... Ты уже запутался. Вон этот видел, а ну, пусть никто не видит. Офигеть какой-то! Так, иди в пень, короче. Да ё-моё! Yeah.
себе, вот это плохо. Он довольно жесткий, да, но довольно что-то обезьяны. Ух ты, а с них еще и уголь. То есть с них можно фармить эту штуку, которая спасает от... А, тут тупик. Подожди. Да. Ладно, так... Хорошо даже. Так, куда-то пришел. Подожди, а тут тоже тупик, да? Да, все, тупик. Отлично. Так, шар духов выпадал уже. Это больше духов этих будет падать. Эмблем быстрее фармится. Ё-моё, напугал тут. Так, надо налево, наверное, добить. И этот, как его... Значит, левел и посмотреть, сколько на бусинку надо. 1000 или с чем-то, нет, будет на бусинку. Печень еще одна. Блин, то есть я шел сзади печень сюда. Фармили печень называется. А, погоди, спуск. А, ну собственно, а нет, не все. Так, стоп, там уже перепрыгнули. Ты кто? Это новый. Два, 80, с них довольно много падает этих. Довольно много этих штук падает. Всего, короче, того и того. Так, а был ли я там? Нет, я там не был, точно. Точно там не был. Там какие-то... Что-то лежит, короче, тоже еще. То есть я шел ради этого так...
А, вниз можно еще. Ну-ка. А, так это то же самое место. А, тут вниз, точно вверх нужно. А! Нет! Блин. Интересно, просто подойти туда. Блин, там поди-ка босс какой-нибудь за 5 будет, не знаю. Какая нася. Блин, а вдруг там реально босс? Слишком манит. Тот топает. А, нет, он сидит. Видишь, что это босс? Нет, не босс, слава богу. Даже почти. Так, успокаивающее. Тут что у нас? Бусинка, просто так бусинка лежит. Оу. То есть тут же босса не будет, серьезно? Так, вот какой-то водоем. Интересно, просто так лежала бусинка. Че, все что ли? Походу, да? Блин, это мне не нравится. А почему здесь такое так было? Если я вниз прыгну, что-то мне даст. Ничего не даст, да? Да блин, ну как ты так-то? Так, ладно. Садимся, отдыхаем и идем далее. Смотреть, что. По всей видимости, нам туда. Погоди, 160? Так это за одного 160 дают? Я думаю, это за двух в прошлый раз нам дали, а это за одного, оказывается. Воу. Забавно. Это за одного 160 дали. И чё? А, понял. Да, реально, заодно 160.
Надо их фармить тогда, получается. Блин, как бы, ну, там, кстати, дальше можно поскакать. Или где я оттуда пришел. Ладно, пойдем пока. Так, теперь вопрос. Не, погоди, Лена, все-таки дойдем, может там костер какой-то еще выйдет. Что сзади мы по... Погоди, а, вот. Семечко, да ладно, еще одна семечка. Желтый порошок. Может не черного, а пытаюсь снять. Враги, пытавшиеся взять штурмом опустившуюся долину. Огнестрельных инструментов улучшения. Что все, я пришел вроде оттуда или нет? Не, ну просто хорошо, порох желтый, все такое, но видно. То же самое место, по идее. Так ведь? Вот я вышел. Ну, наверное, да. Тут вроде как... Туда нельзя ускакать сейчас. Угу. А сейчас поскачем. Так. Туда перепрыгнуть. Где? Это человек? Где я тут был? Подожди, а как я по кругу прошел, что ли? Или что? Ладно, был так был. Все, что ли, тут больше некуда идти или что? Что-то я не понял. Так, нам на 3 лево, да? Просто здесь сидеть и ходить, фармить их. То есть до третьего левела. Так, ладно, перенестись. Сейчас. Тыкву, значит, да? Тыкву и улучшение для протеза какое-то новое там у нас. Что там было? Семь эстусов, блин, офигеть. Офигеть.
かつてアスはでは。ではでは。Давай, показывай, что ты можешь сделать. На контр. Удерживать контр — это заслон. Завязать атаки за этим симптомом. То есть можно отражать, нажимать, да, вовремя. А можно просто заслониться. Интересно. Так, а что у нас тут вообще? Где этот? Раз, два, три, да? Считай. Что это делать? Сразу начнем. Может, сейчас атак со всех сторон. Интересно. Нам не хватает, конечно, нифига. Тогда что у нас? Защищаться от атак со всех сторон движущихся. Подожди, а чем отличается? Зона защищает от урона, наносимого призраками. А, погоди, здесь это БЖ. То есть это просто вражеские атаки, это призраками. Огнем. От огня. Интересно. Интересно. Блин, то, что призраками дымак, это, конечно, тоже прикольная тема, наверное. Так, а что у нас на копье? На копье у нас... Блин, может, копье сделаем? Так, ладно. Ладно, ничего недельного не было. А, в смысле не было. Так вот потестим. Так, я закрылся. Пусть будет. Так, а сколько у нас... А, у нас с этим можем этот... Вносливость увеличить. Так. Сколько у нас эмблем духа? 322. Так, тип, что там у тебя? Хотя не у него же, не у него же было, да? Хотя зачем мне бусинку покупать сейчас? Блин, ну надо куда-то влить деньги, нет? Блин, я не помню, у того предыдущего торговца что было? Там бусинка продавалась, да, я помню. Так, блин, ну... Ой, хочется на босса сходить, мне хочется тут тратить. Йо, данна! Джана, данна! Пойдем, ладно, босса. Так, вспомнить. Это у нас новая локация. Так. Вот этот костер. Тут вроде, по-моему, некуда больше идти, ведь так? Или я что-то пропустил? Все проверю. По идее бы, конечно... Ой, это же не тот костер.
погоди, а какой нам нужен-то? Это с другой стороны. Так, вот это такое обратно стоп, да? Можно, в принципе, пофармить на этих, как его. До левела. По идее. Где, а можем мы прокачать что-то? В смысле, прокачать, а сажать какую-нибудь сферу, которая дает больше, наверное, да. Так, вот сфера есть, значит, трофеи, богатство, это денег. Нам надо опыт. Выпадать предметы, хотя с другой стороны я бы предметы лучше вывалил. Толку нам денег. Вот так разберись. Надо посмотреть, как долго она работает. На карте, как на этих карте, я тут смотрю, вот здесь проще, то есть там я 3 по 90 бил, а здесь, то есть 270, а здесь 320, получается, здесь лучше. Узнаем, что там дальше будет. Интересно будет. Так, ну на последний уже. Уже не действует. Так, ну чё.
Качаемся. Навыки, навыки, навыки. Вот здесь, да, качать хотел. Так, квест из Эссена. Бой в искусстве нанесения быстрого удара расходует эмблему духа. Встав стойко, можно нанести удар раньше противника. Это вот, наверное, как раз таки вот этот удар, который меня дамажил быстро очень, да? Враг предыдущий. Так, тут на 5 левел. Тайная техника быстрого убийства. Так, понятно. Двойная, да, вот это вот. Давай посмотрим. И чем отличается от одинарного? Вот, не важно. Вот это еще до сих пор не разбочено. Че это такое вообще непонятно? Так, как отсюда, собственно, уйти? Через верх опять, нет? Так, переместиться. Наверх просто запрыгиваем, да и все, к боссу. Но это надо уже в следующий раз будем делать, это слишком долго тянулась серия. Как-то так. Так что всем спасибо, всем пока и продолжим.